Раньше люди рассказывали друг другу свежие анекдоты, а теперь отправляют друзьям в социальных сетях смешные и интересные картинки и видео. Некоторые из них стали настоящими хитами и собрали миллионы просмотров. Дарина Жежелева вспомнила самое интересное. Очередное произведение зарубежной поп-музыки могло остаться незамеченным, если бы не клип. Забавно танцующие корейцы покорили весь мир. Gangnam Style не копировал только очень ленивый. Большинство флешмобов 2012 года похожи как близнецы. Знаменитые движения 12 декабря повторяли и на Дворцовой площади. И на Красной площади. А уже 21 декабря Gangnam Style попал в Книгу рекордов Гиннесса, как первое видео в истории, получившее более миллиарда просмотров в интернете. Информацию про песенку корейского происхождения можно найти даже в Википедии. Это же просто невероятно. Человек счастлив, как будто он мешок с золотом нашел. Для создания другого знаменитого видео не потребовалось ни декораций, ни сложных съемок. Всего один герой, обычный пейзаж. Но интернет-обозреватель Кирилл считает, именно этот ролик номер один 2012 года. Конечно, это Ясь, да, на которого сделали огромное количество ремиксов, невероятное количество всего, чего только можно. Поэтому, да, парень очень душевно был рад пойманной рыбке, и это... потрясло, мне кажется, все интернет-российское сообщество, безусловно. Вот она рыба моей мечты, вот она! Некоторые известные видео моментально стали источником новых устойчивых выражений. Их используют даже те, кто и ролик это самого не видел. Пацаны, вообще, ребята, умеете, могете просто. Еще один безусловный хит и источник цитат – психоделичное видео с очень странным мужчиной, с не менее странными желаниями. Ломай меня полностью. Ломай. Ролик незамедлительно преобразовали в некий музыкальный опус. Всегда в топе забавные видео с участием животных. В социальных сетях такие ролики называют мимишными. Кошка, обнимающая котенка, милые крольчата, знаменитый недовольный кот. Все они оказались достойными конкурентами Язю и Gangnam Style. Испуганный сапогами детеныш красной панды покорил сердца многих. Но кот, который ушел, в интернете обогнал весь животный мир. Короткое видео подверглось многочисленным переделкам, во что только не наряжали обычного рыжего кота. Любят интернет-пользователи посмеяться и над чьим-то казусом. Впрочем, животные иногда ведут себя точно так же. Бессердечные пингвины. Итог нашего небольшого хит-парада 2012. Дарина Жежелева, Размик Айрапетян, Ирина Абдуллина, Алексей Звенкин. Последние известия. Петербург.